Добрый день, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Хочу сказать вам огромное спасибо за подписки. Нас уже 1000. Огромное-огромное всем спасибо. И как я обещала, 1000 подписчиков, и обязательно с вами будем разыгрывать 3 кофейные пары из разных коллекций компании Велерой Бух. Вставлю вам небольшое видео, чтобы вы могли посмотреть, какие именно кофейные пары будут разыгрываться в моем конкурсе. Первая пара из коллекции Селини, белый глянцевый фарфор премиум класса. Очень красивая, элегантная пара. На ней выдавлен красивый рисунок. И такая вот пара порадует одного из моих подписчиков. Вторая пара из коллекции Kwanzai Garden снимается с производства, поэтому хотелось вас порадовать такой эксклюзивной кофейной парой. Очень красивый рисунок, и впоследствии эта пара будет только расти в цене. Ну, надеюсь, что мой подписчик или подписчица будут пользоваться такой кофейной парой и радовать себя. Третья кофейная пара из коллекции French Garden, посуда с французским шаровом. Очень многие любят именно эту коллекцию, поэтому я ее приобрела для того, чтобы порадовать вас такой прекрасной кофейной парой из коллекции French Garden. Велерой Бух использует в своем производстве только высококачественный фарфор премиум класса, поэтому всегда будете наслаждаться и прикоснитесь к такому прекрасному бренду фарфоровому, как бренд Велерой Бух. Досмотрите, пожалуйста, это видео до конца, и в конце я объявлю условия конкурса. Ну а сегодня приглашаю вас в большой универмаг в Штутгарте Бройнингер. Посмотрим с вами разные люксовые бренды, в том числе Максмара, Максмара Уикенд, Богнер, Тед Бейкер. Немножко посмотрим Марк Кайн и разные другие небольшие бренды. Оставайтесь, будет очень интересно. В преддверии праздников есть уже во многих магазинах скидки, поэтому оставайтесь и посмотрим. И посмотрим с вами пальто от Максмара Студио. Красивое в цвете кэмел пальто, теплое на подкладе, 1170 евро. Цены буду округлять для лучшего восприятия. Свитер в красивом карамельном цвете, воротник хомут, немножко удлинен, будет очень красиво, элегантно смотреться с зауженными брюками или леггинсами, и стоимостью 290 евро. Пальто с немножко удлиненным ворсом, тоже в цвете кэмел от Максмара Студио, на подкладе 1060 евро. Очень симпатичный свитер от Максмара Студио, воротник стойка, красивая вязка, стоимостью 420 евро. Посмотрим с вами пуховики от бренда Максмара, первая линейка, очень красивые пуховики, легчайшие. Мягкие, удобные и очень красивые. И такой вот пуховик с капюшоном, 420 евро, просто невесомый. Модель пуховика средней длины от Максмара, стоимостью 600 евро, красивый карамельный цвет. Также есть модель и в темном цвете, тоже стоимостью 600 евро. Просто легкий, легчайший пуховик. Качество, конечно, отменное. Манекен. Очень красивая, стильная одежда от бренда Богнер. И вот такая безрукавка. Это овчина, натуральный мех, стоимостью 1995 евро. Но сейчас много выпускают таких тонких пуховиков, которые можно поддеть под низ и в
таком можно ходить всю зиму. Брюки, как были одеты на манекене, тоже очень красивый цвет, черно-коричневый, очень смотрится стильно и стоимостью 325 евро. Вещи не дешевые, ну это премиальный бренд. Пуховик от бренда Mark Kain, такое вот лаковое покрытие, очень симпатичный, но, конечно, уступает бренду Max Mara. Цену на этот пуховик не нашла, но я думаю, что он стоимости 400-500 евро, потому что Mark Kain тоже премиальный бренд. Очень красивое пальто от бренда Mark Kain, пальто или кардиган, видите, частично использована ткань пальтовая, а сзади и рукава это вязаная. Очень смотрится красиво, красивый цвет кэмел, стоимостью 700 евро. Также в продаже уже есть и красивые вечерние платья в бренде Mark Kain. Такое вот платье в черном цвете можно приобрести за 300 евро. Очень красивый элегантный костюм, немножко использована люрексовая нить. Юбку можно приобрести за 200 евро, а жакет за 380 евро. Открыла для себя новый бренд одежды, показываю вам более такой спортивный casual стиль, бренд Uli Enrich, и такой вот шикарный пуховик, смотрится и стильно, и спортивно, и очень необычно, яркий, нарядный. И стоимость данного пуховика 700 евро, очень недешевый бренд, но такой вот стильный, молодежный. Легкое яркое платье от бренда Bash, застегивается как платье-халат, очень такое яркое и стоимостью 305 евро. Кардиган из плотной вязки от бренда Bash в красном цвете красивом, стоимостью 275 евро. Красивое стильное платье от бренда Perlot стоимостью 295 евро в черно-белом цвете. Очень носибельное, и на праздник можно его одеть, и также в повседневной жизни. И от этого французского бренда можно приобрести такой шикарный пуловер, плотная вязка, теплый, интересно сделан рукав, немножко свободный к низу, стоимостью 245 евро, очень элегантный, красивый пуловер. Очень необычные красивые перчатки от бренда Sandro, кожаные перчатки и удлиненные с помощью трикотажной резинки. Тепло, удобно, комфортно и очень стильно. Ценник на них я, к сожалению, не нашла, но можно
найти на сайте, если вас заинтересует данная модель. Сумки от бренда Sandro представлены на витрине в двух цветах, черном и зелено-изумрудном цвете, стоимостью 395 евро. Манекен от бренда Ted Baker, очень красивое элегантное платье, верх выполнен из трикотажа, а низ юбка кожаная в таком бордовом цвете, очень красиво нарядная. И сумка для вечерних выходов, яркая, нарядная, стоимостью 170 евро. Бренд Ted Baker часто в своих моделях использует цветочный яркий принт, очень нарядный, и такое вот шифоновое платье с цветами, стоимостью 325 евро. И сейчас есть акция до конца ноября месяца, минус 30% абсолютно на всю коллекцию от бренда Ted Baker. Красивый нарядный пуловер от бренда Ted Baker. Спинка выполнена из черной трикотажной ткани, а спереди шелковистая цветочная ткань стоимостью 145 евро. И также сейчас акция минус 30% на всю коллекцию этого бренда. Элегантное платье в черном цвете, принт цветочный. От бренда Ted Baker, выполнена из ткани сетка, очень модная и актуальная в этом сезоне, и стоимостью 255 евро, и также минус 30% скидка. Платье в бордовом цвете, выполнено из плотного трикотажа, очень элегантное, стоимостью 195 евро, и также минус 30%. Повседневные трикотажные брюки, облегающие ногу, стоимостью 145 евро. Кожаные юбки тоже актуальные и модные в этом сезоне, из кожи в бордовом цвете. 195 евро и также минус 30%. Шифоновое платье в черном цвете, но принт, как вы видите, тоже цветочный, стоимостью 215 евро. Длинная яркая юбка, мелкую плиссировку, очень элегантная, стоимостью 195 евро, и также до конца месяца существует минус 30%. А здесь мы с вами уже видим платье, соединено черный пуловер трикотажный, и вот эта юбка плиссированная, уже образовали вместе платье. Стоимость 310 евро, минус 30%, очень практично, удобно и элегантно. Кардиган от бренда Ted Baker, очень красивый, спинка выполнена из трикотажной черной ткани, а вперед и рукава из шелковистой, очень нарядный, стоимостью 145 евро, и также есть сейчас до конца месяца скидка минус 30%.
И вот платье, которое мы с вами вначале смотрели на манекене в бордовом цвете, а здесь в черном, верх трикотаж, а низ из кожи, стоимостью 325 евро и также минус 30%. Нарядное яркое платье в черно-белом цвете, материал это все вышивка, стоимостью 425 евро, очень красивый, элегантный рукав-фонарик. Присмотритесь на праздники и также минус 30%. Очень шикарное пальто от бренда Ted Baker. Красивый шалевый воротник и также мех на рукавах стоимостью 360 евро и минус 30%. Ну и хочу объявить вам условия конкурса. Оставьте комментарии под этим видео, касающиеся видео, или просто хочу выиграть чашку. И обязательно, я думаю, недели через две я проведу розыгрыш и разыграю 3 кофейные пары из разных коллекций компании Велерой Бог. Спасибо вам за подписку, спасибо, что смотрите, заходите. Всем удачи и обязательно выигрывайте и участвуйте в конкурсе.